Настя, это что за херня? Да что? Достал уже. Че это такое? Ты че? Посмотри. Это что? Ты че, блядь, какой-то не подстав? У меня нету Олега, блядь, мы че? Какой Олег и че? Идиотом кусок. Это показывает тот факт, что как минимум с Олегом она мне точно не изменяет. Ну что, как сегодня? Сегодня хорошо. Ты вообще прям видно очень молодец, особенно под мышечки покажи. Сегодня, естественно, Наську обогнал, сегодня поел туда, куда надо. А вот Наська сегодня сдала позиции. Mm-hmm. Да? Все уже. Значит, хотела ты попец нормальный сделать, а в итоге вот только будешь в каблуках ходить выпендриваться, как полудуры эти всякие. В общем, ребят, это была вторая тренировка, уже более-менее я привык, мне нравится. После стресса мышц, после первой тренировки, конечно, сейчас уже более живенько себя чувствуешь. Вот, не забывайте то, что вы можете с нами заниматься. Ребят, мы вас всех с удовольствием увидим здесь, да? В зале на Островского 29. Но также вы можете тренироваться на парку. По промокоду Паша Настя 3 занятия бесплатно, ребят, попробуйте. Вот мы уже после первого мертвые были, а сейчас уже более-менее классно, да? Настюх? Да. Мертвая. У меня Настюха после первого была хорошенькая, а после второго мертвая. А я наоборот. Жесткое было вообще второе, просто очень. Да, сегодня мы занимались на верхнюю группу мышц. Мне кажется, плечам, сисям, рукам. Нет, еще приседали. Еще и ногам. Вообще все мышцы просто, вот ты реально выходишь, и но у тебя здесь, все здесь мышцы. Бай, это что? Короче, мы под ощущениями, нам нравится, будем продолжать. И сейчас привыкнем, начнем проект, реально попробуем. Пис, мир, заниматься к нам, приходить. А, я даже держать не могу. Я прям чувствую, как тебе херово. Ты сейчас вспоминаешь то состояние, которое было у тебя тогда? Да. Не, не так, наверное. Хуже? Мне просто животик болит. Ты маленькая. В общем, с утра вот ты идешь такой, встаешь, идешь, занимаешься рано-рано. И прямо сразу же чувствуешь то, что день прошел не зря, ребят. Вот правда, день прошел уже не зря. Это ощущение, вот оно, я о нем забыл, мы вот в последнее время все ленились, но сейчас оно снова приходит. Появляются плечики, якобы у меня там что-то... Ну, посмотрим, может что изменится. Буду хвастаться. Ай, блин, за титьку меня ущипнула девка моя. Вот и девка моя какая. А вот Настя сегодня наоборот труханула леща. Я знаешь, что просто вспомнил Настюха еще? Хотел сказать. То, что раньше я всегда думал, что я... потею, не потею, но просто у меня вот организм такой, что я не могу вспотеть, ну просто вот какая-то физиологическая особенность. Я только подмышки потеют. А подмышки как у тебя потеют, мы видели. Но я сегодня реально пропотел насквозь, я прям почувствовал, что я прям потею. Ну так ты весь был в поту. А там видел люди, да вообще все потные. Так что займитесь кроссфитом, узнаете, что потеть умеете. Да, Настюх, если у вас с этим были проблемы, как у меня. Настюшки! Че, опять там залипаешь в телефоне? Ну-ка, признавайся. Я хочу опачки. Заказать духи. Опачки! Какие духи ты собралась заказывать? Тебе и мне. А мне-то нафига, я вообще никогда не пользуюсь. Или сейчас меня воняет, типа какашками ты сейчас мне говоришь? Да, нифига ты. Спасибо. А че, через телефон-то нахера? Так оно только на iOS, потому что доступно пока что, это приложение. Ну, кстати, очень прикольно. Так, пошли в магазин, сходим, купим. Ты знаешь, смотри, вот я могу, например, хочу, например, духи. Ну. И я ищу, где дешевле всего.
в каком магазине, да? А, это то, что я постоянно на Яндекс.Маркете закупаю. Да, только я могу через это приложение заказать сразу же напрямую, а не заходить именно в этот магазин и искать там этот товар. В общем, я здесь могу найти самую дешевую цену, да? Да, именно вот, кстати, на духи очень такие большие скидки можно. Круто, Настюха, круто. Тут еще есть уход за ногтями и все такое для красоты. Блин, ну я буду в Яндекс.Маркете залипать, а ты будешь залипать в приложении, как оно называется? Скидки красоты. Ты будешь в скидках красоты залипать, а я буду на Яндекс.Маркете выбирать джойстики себе. Да ты только о джойстиках своих и думаешь, блин. А ты только о всякой херне, блин. Вот нахер эти духи нужны? Не понимаю вас, женщин. Ладно, ссылку оставим ребятам. Пахло. Оставим с ребятам ссылку, да, на приложение. Ребята, очень прикольное приложение, заходите. Да. Ну а я в Яндекс.Маркете себе прямо сейчас ищу джойстик. Мне нужен джойстик для того, чтобы играть в FIFA. Ребята, мы поехали покупать билеты на поезд. У меня вопрос к тебе, Настя, ты считаешь, что можно купить билеты на поезд без паспорта? Вот ты сейчас поехала, ты бы сейчас уехала, ты бы приехала сейчас на вокзал, сказала бы, хочу билет, и что бы произошло? Да возьми мой паспорт. Это я специально снял на камеру, твою безответственность. В нижнем ящичке. Без тебя в первую очередь. Я так тебя люблю. Без меня ты ничто. Одевайся. Без меня ты ничто, скажи. Без тебя, Паша, я ничто. И никто. Я говно какашка вонючая. О, отлично. Давай, давай. Каблучина, Настюха, беги. А что он нам дверь не открывает? Так, ребята, мы решили побывать на открытии чего? Набережной. Набережной. Они вот 3 года ее строили, а тут хлобысь, выборы на носу. И решили достроить, да? Да. Вот такие вот пироги. А еще мы хотим сказать, что мы купили все, билеты. И скоро поедем в Москву. Да, ребята, мы едем в Москву на видео People. И вот. И вот снимем вам что-нибудь. Да, обязательно снимем. Пишите в комментариях, кого вы хотите увидеть, с кем, чтобы мы пообщались. Там точно будет дневник Хача. Ну, еще, короче, да. Из тех, кого я знаю, вроде все. Ну там усачивые все будут. Короче, пишите, с кем хотите, чтобы мы сняли какое-то мини-интервью или потроллили, кому что написать, передать от вас. Мы с удовольствием это сделаем. Давайте, ребят, в комментарии пишите. Все. Да? Все. Сейчас посмотрим, что там, и расскажем вам, покажем. Да, только я думаю, вообще ни один кадр из этого видео, то, что я сейчас снимаю, не войдет в само видео. Потому тогда что... выключи камеру, потому что нехер тут снимать. Я, кстати, это... Вот единственное, что хотел спросить. Я знаю, что среди наших подписчиков, зрителей, есть люди, которые сами хотят там пробовать на YouTube, да? Понятно? Да. Я хотел спросить, вот нужно ли с вами, может, поделиться опытом на лайв-канале, мне кажется, самое то вариант. Учитывая то, что у меня есть опыт достаточно большой уже на YouTube, я понимаю, что, как, куда. Вот. Вообще, в принципе, как начать канал развиваться, там, реклама, зачем, надо, не надо и так далее и тому подобное. Смотрите сами, напишите тоже в комментариях. Да? Да. Настя. Ты все? Да. Ты кончила? Ты кончила? Все, идем? Ну все, ребят. Девка кончила, значит, можно уходить. Пацан уж как-нибудь сам. Так вот, красиво. Смотри, у тебя бомбит. Настюха, что у тебя бомбит там? Бомбит просто. Настюха, у тебя что бомбит? Ням-н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 ям. Продолжаем. Наведи красоту. Ну, сделай красиво. Ты к нему, Паша, если ты не лопнешь, что я там сделаю?
наркоманы всякие ходят. Ну и нас не цель, пошли. Стюх, меня больше всего прикалывает даже не задница, которая выглядит как смешное отродье ада, а вот эти вот сапоги, в которых ты ходишь.